Христе Церкви, господина нашего высокого преосвященничего, митрополита Илариона, да поминем Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне пресно и во веки веков, священство, монашество и всех православных, и верующих за веру православную, да поминем Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне пресно и во веки веков, и вас всех здесь предстоящих, и молящихся, и всех заповедавших нам недостойно молитесь о них, да поминет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне присно и во веки веков. Сына Божия, единородного и же от Отца
истина от Бога истина, рождена, не сотворена, едина, сущна Отцу и Духа Высшего. Нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой и Марии Девы и Вочеловечися, распятого же за ны при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и парки грядущего со славою судить и живым и мертвым, Его же царствие не будет конца. И Духа Святого Господа истинного и животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемое славимо глаголавшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Во предстанем со страхом Божиим, святое возношение мир приносите. Господу нашему Иисусу Христу.
Святи, Пречисти, Преблагословенни, славни, Владычице нашей Богородице, и Преснодеве Марии. Достойно и всякоистину, блажите тебя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую херувим, и славнейшую без сравнения серафим, без истрения Бога слова рожшую, сущую Богородицу, дяди меча. Аминь.
головы ваши, Господи, преклоните. Господь Иисус Христос.